На днях высшие чины при управлении МВД России в Приморском крае приняли участие в торжественном открытии, которое знаменует новую веху развития краевой криминалистики. Первая ДНК-лаборатория позволит оперативно выполнять исследования биологических следов и предметов, которые массово поступают на экспертизу с мест происшествий и преступлений. Профессионалы готовы к проведению тестов со всеми видами улик, таких как кровь, слюна, пот и частички кожи. Наши ДНК-экспертизы будут проводиться по тяжким и особо тяжким делам. И мы будем помогать следователям устанавливать генетический профиль на каких-то объектах, которые находят на месте преступления. Сотрудники ведомства также отметили, что в 21 веке так называемые генотипоскопические исследования крайне востребованы всеми следственными подразделениями страны. Главное в работе следователя – это привлечь виновное лицо к ответственности, доказать его причастность к совершенному преступлению. И поэтому современные методы, которые применяются при проведении экспертиз, помогут следователю как можно быстрее доказать вину человека, направить уголовное дело в суд. ДНК-лаборатория оснащена по высшему классу, оборудование самое современное, а стены учреждения обшиты гипсометаллическими панелями с антибактериальным покрытием. Кроме того, рядом с рабочим местом экспертов обустроен учебный класс, чтобы обучать новые кадры. Олег Завьялов, Евгений Черемухин, новости на Восьмом.